Да, очень классный робот. Ну, спасибо. Можно я посмотрю? Давай. Только им очень трудно управлять. Я просто не знаю, как управление сделать. Ну, да, в принципе, правильно чередование клавиш. А есть камера? На F. А пушки на что? C? На C. А башня вращается у него? А, да. Да, на X и Z. Всем привет! Сегодня мы построим робота Топка 28, полный туториал и декор. Видео получилось довольно длинное, я специально ничего не ускорял, чтобы у всех все получилось. Надеюсь, это видео вам понравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, а мы начинаем. Время туториала. Ставим деревянный блок, рулетку на 0.5 и делаем большой квадрат, чтобы влезла конструкция. Ставим две деревянные опоры, блок, рулетку на 2. И чтобы было 2.2.10. Потом берем сервоприводы, вращение на 45 градусов и вращаем, чтобы было вот так. Вот симметрично. И сзади также. Ой, я перепутал. Нужно вот здесь перевернуть их. Вот так. А сзади нужно, чтобы они вот так вот стояли. И только не перевернуты. А ты немного не так, нужно их повыше поставить. А, они должны быть на одной высоте. Угу. Все готово, вот так. Да. А теперь берем сервоприводы и крутим их вот так вот сейчас. Вот. И с другой стороны также. Получается, встаем здесь, крутим его. Вот так. Да. С другой стороны вот так же. Оба они смотрят внутрь. Да. А теперь они наружу, да, смотрят? Спереди они смотрят внутрь, а сзади наружу. Ага. Теперь берем деревянный, ну вообще любой блок, совпадающее вращение включаем и ставим все вот так. Понятно. Все, готово. И чтобы сделать такие клешни, как внизу, нужно тут поставить блок вот так. Так, вот так? Теперь, теперь, чтобы сделать клешни, это будет самое трудное. Ставим рулетку вроде бы на 0.2 и везде ставим вот так. Только совпадающее вращение отключить лучше. Чтобы удобнее было ставить. Так, ставим блоки, получается. Теперь это все уменьшаем, чтобы маленькие такие получились. Тоненькие, да? Да. Блин, я немножко ошибся, нужно было на 0.5, но ладно, ничего страшного. 0.5 все поставил. Да. И делаем вот такие опоры. Так, и на сколько их протягивать вниз? На 4. Чтобы 0.4, 4. 0.5, 0.5, потом запятая 4, запятая 0.5. Да, да. И везде так делаем. Ладно. Так, у меня почти все. Осталось последнее. У меня готово. А какой толк от нижней платформы, если она даже ничего не закрывает? Ну, это потом. Я ее просто так сделал, чтобы на всякий случай. Так что она вообще, можно даже сказать, не нужна. Ладно. С помощью нее только можно проверить, правильно ли вы построили. Так, все, у меня готово. Да, теперь тут ставим блоки такие, прям в сервоприводы. Где? А как ты такого поставил? Не знаю даже. А, ты его от того блока, да, поставил? Вот, да. Да. Получается, от вот этого верхнего блока ставим блок, который закрывает сервопривод. Точнее, вот так вот нужно делать.
Что, я уже везде поставил? Так, теперь его надо задвинуть, да? Ну да. Эти сервоприводы можно удалить. Но лучше этот блок, который был, ну, на этом сервоприводе, немножко, ну, внутрь других блоков, чтобы он, ну, не падал. Ну, понятно. Теперь вот эти два удаляем. А передние сервопривода. Что? А на передних не надо. На передних вроде... Да я уже убрал. Так, далее вот эти сервоприводы мы, получается, убираем. А, не, на передних тоже нужно поставить. Вот так. Вот, да. И немножко задвину влог, чтобы ничего не отвалилось. Ага. Короче, точку побольше. Все, готово у меня. Теперь спереди. Да, точно. Нужно же еще и клешню-то делать. Так, спереди. Ставим получается... вращение на 15 градусов. И очень сложное. Я даже забыл, как это делать. А обязательно это клешни строить или это декор? Это декор, да. Но, ну ладно, можно и не строить. Тут внизу можно поставить невидимый блок, чтобы не падало конструкция. Вот, вот смотри, вот такие клешни можно здесь поставить, чтобы не падало. Ну, точнее, механизм мы сделали. А эти блоки для чего нужны? Какие? Которые мы сейчас ставим. А, ну, чтобы конструкция не падала. Ну, когда ты управляешь этой машиной, не падает, то он не будет падать. Ненавижу свою речь. Нужно больше книжек читать. Вот что. Так, спереди я сделал. А как делать сзади? Точно так же. Только чуть поменьше. Ну, можно, я просто не совсем... Так, сейчас я сформулирую слово. Ну, просто я не обращаю внимания на число, которое... Ну, просто главное, чтобы были такие опоры, чтобы не падало. Давай кресло пилота поставим. Ну, ладно. Сзади или где? А, наверху. У нас башня же будет. Можно еще и на земле поставить. А, нет. Это же кресло пилота. А башня где тогда будет? Может, чуть сзади? Ее тут нужно поставить. Это будет довольно трудно. Я на это очень много времени убил. Вот здесь можно поставить? Где? А здесь будет идти круг для башни. Что-то у тебя пошло не так. Не, ну у меня все нормально. У тебя, смотри, тоже так. А этот почему так? Ладно, все, давай так. Так, все что ли? Ну да, сам механизм готов. Только давай. Его нужно немного подкорректировать. Привязку сделаем на EQ, потому что у нас кресло пилота. Или нет? Давай сначала. Вообще... Сейчас посмотрю, какие у нас были ошибки. Прозрачность у всего на 0%, пожалуйста. Ага. О! Да, нормально. Все. О! Наконец-то. Я все смог. Так, получается, вот какая у нас была ошибка, которую я сейчас нашел. И сейчас мы ее исправим. Уровень наклона здесь, конечно, 45 надо было поставить, а не 90, как я, нечаянно. И у одного из задних сервоприводов поставить обратный поворот, чтобы они оба отталкивались назад. Вот все, что я заметил. Так, теперь сохраняем и сделаем повторный тест. Да, я, кажется, опустил. Меня кресло выкинуло. Так, ладно, все. Сажусь. Смотрим. Ауч. Это что за кресло? А, все, нормально так. Чередуя клавиши право-лево, мы можем вот так быстренько бегать. Мне кажется, у тебя лучше, чем у меня получилось. И можно еще поворачиваться, да? Может, ты будешь строить со мной? Ой, я просто не знаю, это было так мутно и долго, что я все забыл. А мне очень интересно, как ты делал круглый корпус? Ну, вот именно, это было очень трудно. Не, ну я знаю, как...
У меня была куча ошибок с этим. Что такое гайд? Я не могу строить. А, это просто ракета строится. Атомная бомба. Вот, примерно. Вот, загрузилась. Сейчас я полечу. Чувствую, она опять будет грузиться. Так. Мне нужно построить корпус. Круглый. О, здесь VR-мех. Меня нашли подписчики, спрячь меня. Ой, меня столько людей узнало, пока я тут строил. Сколько? Я не думал, что такая популярность придет. Где? Ну, я пока Томаса строил, и этот варшип. Так, я теперь можно лететь на базу. Так, а я пока строю круглую штуку. Этот круг можно построить очень быстро. Зная основные законы билдобота. У меня блоки исчезли. 1300. О, 1200. На рулетке показывает 1200. А может, потому что ты уменьшаешь? О, вернулись блоки. Мои блоки. Наконец-то. Я вас так долго ждал. Меня кто-то хочет добавить, друзья. Ой, что-то подлагало жестко. Может, это из-за твоей машины? У меня все блоки. Ну да. Если это она уже почти загрузилась. Смотри, я правильно круг делаю? У меня колесо забагалось. Ну да. Представляешь? У меня верхняя часть колеса спустилась пониже. Ну да, я вижу. Кстати, ракета загрузилась. Ну что сказать, круто. Можно ее запускать. Но мне нужен пилот. Какой? Ну, ты. Ой, как жестко подлагала. Ну вот, все. Блин, мне, наверное, стыдно сейчас за голос свой. А что стыдно? Я чувствую, какую он вибрацию издает тонкую. Хотя он уже прорезаться начал. Так, вот, я сделал вот это. Продолжим. Все правильно. Ой, только не задевай сервоприводы. Ну, я и не задеваю. А. Я в таких делах разбираюсь. Так, ну пока просто так накидаю основу. Я еще буду строить гигантский военный корабль. И зачем мне об этом сказал? Не знаю, почему бы и нет. Ау! Кто? За что? Это стреляет робот. Какой робот? Терминатор. Именно меня надо было стрелять. Который он летает. Он опять по нам стреляет. Опять? Ну за что он такой злой? Не знаю. Все, у меня я готов полный ровный круг. Ровный круг? Ух ты. Надо чуть поуже сделать. Так, правильно у меня? А, да, все. Правильно. Теперь я буду делать вторую часть. Сейчас Томаса загружу и посмотрю. Ну, я еще кресло пилота закрываю. А, ну я просто посмотреть.
Ты лучше вот эти, смотри, удали около сервопривода, чтобы им было место крутиться. Вот как у меня. Такие большие дырки делать. Ну, это просто, чтобы они крутились нормально. Да они у меня и так будут крутиться, я знаю. Ну ладно. Мне сервоприводы сказали, они будут крутиться. Так. Да, мне надо сейчас это выровнять. Низкие полигоны тоже красиво. Так, ну вот, смотри, как я сделал. Как-то у меня не так, да? Только внутри ты, наверное, зря сделал. Я его слишком кругом сделал. Все нормально, все нормально. Да, у тебя все правильно. Нет, я говорю... Я говорю, дело в том, что он у меня неправильно сделан. А, ты хочешь закрыть тут? Нет, я не про это. Я про то, что вот здесь... У меня как раз... Не знаю, я сейчас закрываю. Ну смотри, он у меня получается не такой круглый, как у тебя. Ну, нормально, этого достаточно. Не, у тебя просто круг, а у меня какой-то прямоугольник. Ну, тогда можно блоки чуть-чуть. Ну, не важно, ладно. Может мне сзади кресло пилота не закрывать? Да, все нормально. Ты вот этот вот деревянный блок, ты немного кресла. То есть я имею в виду назад в тени, да, вот так. А это когда покажу. Ой, я тогда похожу за Томаса. Буду пугать кого-нибудь. Может, ты ему крест пилота поставишь тоже? Ну, ничего-то. Ну ладно. Попозже. Мне кажется, ли он стал более мобильнее? Конечно, кажется. Ты же ему ничего не делал. Так, ну, то есть он по воде, мне кажется, он стал более ходячим. А вот сейчас у меня круг интересный нормальный. Да. Я сейчас хочу еще к креслу пилота что-нибудь приделать. Типа закрывашку. Кажется, к нам кто-то пытается вломиться. И у кого-то это получилось. Ого! Блин, промазал. Читеры. Зачем ему к нам идти? Вова? Даже не знаю, как у них это получается. Вломиться в изоляцию. И они пользуются читами. Я тогда на всякий случай вверху блоком это все накрою.
Все. Теперь вряд ли к нам кто-то вломится. Ты вломился. Ну, теперь все хорошо получается. Я пока хочу закрыть все. А! Ой, я забыл про это. Конец света. А это что было только что? А, это просто я же наверху блоком закрыл, чтобы никто не смог упасть. К нам. Когда режим изоляции, другая команда теряет коллизию к той, которая включила режим изоляции. Может, мне кто-нибудь поможет? Но могу помочь только с колесом. Что с колесом? Не, мне просто здесь закрыть надо, это сейчас долго. Ну, скорость колеса на 4 нужно поставить. Спасибо, такая важная информация. Сам бы никогда не догадался. Конечно. Ну, а с чем мне еще помочь? Как с тем? С башенькой. Чем быстрее я закончу, тем быстрее мы сможем. Ну, с башенькой все легко. Но только миниган можно уже потом построить. Его просто долго строить. Там мне такую же башню, да, Томаса строить? Ну? Мне такого же Томаса строить? Ну, если ты хочешь. Можешь робота. Где-то я помню, у меня была одна фотка. Ну ладно. Так. Смотри. Здесь добавлю еще. Не буду так заморачиваться, наверное. Ну да. Как Кримсон. Не хочу целый месяц один декор делать. Все у тебя неплохо получается. Что, мне должно быть плохо, что ли? Ну, нет, просто мне нравится, как у тебя тут все ровно. Ровно, я даже рулетку на ноль не ставил сегодня. Неровность — это наоборот плюс компьютерной графики. Ну ладно. Ой, наверное, куча фейлов будет. Что? Наверное, куча фейлов будет. Я не готовился просто к этому видео. Что куча чего будет? Фейлов. Ну, мне тоже. Да, мне так всегда. Ну, только разбираться надо. Тоже мои проблемы. Так. Сейчас у него крупнокалиберные руки. Пока поползу.
Ты бы себе бы лучше кресло пилота бы сделал, чтобы мог нормально. Точно. Просто мне опять нужно привязывать тут все. Ну, это быстро. У меня просто пушки тут есть, и только... А, ну пушки заново ты можешь поставить, ты знаешь? Это будет быстро. Да, но это было довольно скучно. Скучно, да? У тебя там сколько пушек, вот скажи? 10 где-то. Ну, тебе 10 кликов долго делать? Ну, да. Да, конечно. Ну, тогда ладно. Вот у тебя неповоротливый. О, все, привязалось почему-то все само. Так. Все, поползли. Поползли. О, не все, конечно, привязались. Вот такой робот будет нормально, интересно. Или что мне сделать? Ну, вот так падает. Вот, смотри, какого я сделал. Вот он? Нет. Интересно. Так, теперь надо поставить побольше пушек. Думаю, 100 хватит. Ладно, 5 ограничусь. Мне интересно, как сейчас у них прозрачность включать? А я знаю как. Это, ну да, вот так вот нужно поворачивать их. Я так и делаю. Надо мне из всех них одновременно стрельнуть. Ты чё там мне поставил? Ну просто красоты. Пушки не отвали. Ой, я кого-то там подстрелил. Ой, прикольно. Так, теперь вот здесь надо поставить блок. Ой, да почему мне? Да, красоты. Конечно. Как еще может поставить цеблок? Так, пушка у меня готова, но я не знаю, какое лицо сделать этому роботу. Ну. Или вообще без лица оставить? Ну, покрасить в серый можно. Нет, я не покраску говорю. Я говорю вот там, наверху, что мне сделать такое? Может... Можно поставить этого человечка там, типа, как танкист. Не, не надо, это не там. Я говорю, вот. Вон там, видишь у меня лицо с неоном? А, да. Я говорю, ну... чем... Не очень красиво. Можно без лица, это как будто робот. Тут бы нам огонь открыл. Там у кого-то есть геймпасовская ракета. Ого. Очень быстрая.
И в конце сравним, у кого лучше получилось. Да я же не буду заморачиваться. Ну, нет, просто у кого мобильнее робот. Так, я не знаю, что... Это робот? Ну, вроде все получилось, как надо. Ставлю немножко деталек. Ох, у меня идея появилась. Забавная довольно. Я лечу! Стой, стой! Что? Ой, кто-то у нас на базе. Он с динамитом. Он нас подорвать хочет. Я не знаю, что мне вот тут делать. Где? Там, наверху. Какое мне лицо сделать? А где именно? Там, где голубая панель? Да. Я тоже не знаю. Ну, может, так можно, может, оставить? Ну, тоже красиво. Куда там прыгаешь? Не знаю, заело. Люблю прыгать. Можно еще и гонки устроить в конце. Чей робот быстрее дойдет. Так, а что мне покрасить? В серый? Не, серый такой темный цвет. У меня красный такой. Может. Коричневый? Оранжевый? Можно я в оранжевый. А вот эти нижние штуки надо же скрыть. Ладно, пока что буду. У меня проблемы с тем, вот как это сделать. Так. Ну точно, я тоже забыл сервоприводы попросить.
Башка как крутится. Я попробую запрыгнуть туда. Получится ли мне так же улететь, как тогда? Не тормозит он почему-то. Так, ну... Неплохо. Не очень хорошо. Хотя там, где панель, можно в серый покрасить. Какая панель? Ну, голубая. Главное, чтобы он работал. А я его даже не проверял. Ну, вот. Уф. Нужно внутрь этого колеса. Или просто заново загрузить. Ну, ой. Да, такая же проблема у меня была. Он у тебя вроде бы перевешен. Ну, то есть... А, все. Можно тут удалить пару блоков. Ну, ладно. Оранжевый тоже неплохой, но... Кажется, белый цвет. Я попробую кому-нибудь в команду... пострелять. У них ПВП нету. Ну, просто попробуй кого-нибудь сбивать. Ой, упал. Ты готов? А, пока нет, сейчас я заново загружу. Бой терминаторов. Ого. Стой, подожди, пока не стреляй, я сейчас сохранюсь. У меня вот на пушках коллизия, нужно сейчас я быстренько отключу. Стой, подожди. Ты поставил кресло пилота? А зачем? Она просто не работает на моем. Но я думала, я не упаду уже. Так, ну все, у меня готово. Я тоже. Стой, подожди. Да, ты тоже. Какой классный. Сейчас я отомщу тебе. На этом наше видео заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Геймс. Всем пока.